А для пенсионеров приготовили подарок в Минсоцполитике. Правда, получат они его в следующем году. Начислять пенсии в министерстве обещают по-новому. Чиновники признали, что в результате прошлогодней реформы выплаты распределили несправедливо. Речь о пенсионерах с большим стажем, но не высокой зарплатой. Повышение для них оказалось незначительным. Минсоцполитики обещают все исправить, но не сегодня, а где-то в 2019 году.